В Дагестане началось строительство новой дороги от аэропорта Уйташ до санатория Каспий. Ее прокладывают в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Создание участка протяженностью более 3 километров предназначено для развития прибрежной части Карабудакенского района, а также для разгрузки федеральной трассы М-29 «Кавказ». Также на месте пересечения дороги с рекой Манас-Озень планируется создать новый железобетонный мост. Отмечу, что строительство будет завершено в сентябре следующего года.